Пилотажная группа «Крылья Тавриды». Место дислокации – авиабаза Борисоглебского учебного центра подготовки летного состава имени Чкалова. Личный состав – 9 человек, 6 летчиков-инструкторов и 3 резервных пилота. Вооружение. Двухместные учебно-боевые легкие штурмовики Як-130. В 2014 году летчики авиагруппы «Крылья Тавриды» приступили к воздушным тренировкам. Элементом высшего группового пилотажа их обучали пилоты легендарной авиационной группы «Стрижи». Экипажи отрабатывали фигуры на средних и малых высотах в составе одного звена, на минимальных интервалах и дистанциях. 9 мая 2014 года. Время авиагруппа «Крылья Тавриды» пополнится еще 3 самолетами Як-130. Всего